Судьба может в секунду променяться от отношений. Вот, допустим, мужчина влюбился, девушка там, красивая девушка. Надо это изучать, что значит красивая девушка. Красивая девушка – это или судьба, которая будет с тобой жить, если ты один. Ну, если она еще правильная, потому что красота – это всего лишь привлекательность в женщине, и все. А насколько она правильная, надо общаться. Но если вы поддались на красоту, вы как бы она вас расплавила, то тогда эта красивая девушка, даже если вы не женаты, она становится ядом для вас, а не счастьем. Но если вы женаты и как бы вы увидели красивую девушку, хоть она святая, хоть она возвышенная, чистая, светлая, она всегда будет ядом. Если вы влюбились в девушку красивую, но вы женатый человек, это через нее всегда действует только яд. Никакого счастья там не будет, все. И яд может быть очень сладким, вкусным. Человек выпил яд, ему вкусно было и умер. Ну, то есть, само ощущение счастья от отношений ничего не говорит. Нужно различать эти вещи. Часто люди хотят счастья. Вот им плохо, они хотят счастья. Куда они идут? Идут на курорт какой-то. Допустим, человеку плохо, он чувствует, что он не может так жить уже, он едет на курорт на какой-то. Там счастье. Все как бы танцуют, поют. Что он там получает? Разрушение жизни. Наркотики, вино, спит, все что угодно.